я понимаю всех граждан, которые слышат, что осуществляется вырубка деревьев. Но если анализировать ситуацию, с которой мы столкнулись, большая часть деревьев в аллее, где-то процентов, наверное, 70, это деревья больные. То есть внутри они уже гнилые. То есть их, по идее, нужно потихонечку вырезать. То есть на сегодняшний день где-то приблизительно около 40 деревьев мы удалили. Но мы выступили с инициативой, когда в данную ситуацию проводили вырубку деревьев, то мы заменим деревья высадкой новых деревьев. Но в данной ситуации нам сказали, что высадкой деревьев нельзя, только можно кустарники высаживать. Почему? Потому что там идут коммуникации.